Нажимаем запись. Оп. Окей. Так. Выключаем музычку. Коль, ты можешь посмотреть, слышно меня на этом самом стриме? Потому что у меня сейчас с микрофоном какая-то дрочь. Не в тимспике, а вот именно. Заглушись тут. Слышно. Слышно, да. Окей! Ну, тогда мы, наверное, начнем играть в это безумное калище, которое мне посоветовал наш друг Конь в пальто. Игрушка на выживание, собственно говоря. Сделаем потише, наверное, громкость, чтобы не кричать особо. Так. Все, что нам здесь нужно делать, это дико выживать. Насколько я понимаю, и мы обратимся к нашему эксперту Коню в пальто, это товарищи, которые будут открываться в последующем при успешном прохождении и получении левел-стата, да, на нашем пути? Да. Да. Ну, сейчас мы имеем только вот этого еблана. Ну, в принципе, он мне нравится. Сразу могу сказать то, что ни хрена я здесь не проходил, просто посмотрел. Вот. И... Весь смысл в том, то, что нам тупо надо, короче, выжить в лесу, короче. Сейчас посмотрим, что этот мудак нам скажет. Да ничего нам не скажет. Вот, мы появляемся, у нас одна жизнь, и нам надо здесь что-то делать. Что нам здесь делать? Это наши ТП-шечки, это голод, это день номер один. Ну и, собственно говоря, что тут есть? Карта. Ага, кнопка там. Отлично. Ну, собираем всякое дерьмецо тут. Цветочки, хуёчки. Если честно... Ага, так погоди, здесь для того, чтобы что-то собрать, вот веточки нужны и камешки. Это будет у нас тогда топор. Топор. Ну, буду действовать методом тыка вначале. Вот идти и собирать все дерьмо подряд, короче. Что увижу, то соберу. Цветы уже заебали, если честно. Смотрим, тут по карте можно ориентироваться, где что лежит? Да. Если ты это прошел. Да. Местность здесь вроде как генерируется рандомным путем. Поэтому... Нет, тут карта сразу. Ее можешь менять потом. Как думаешь? Если захочешь, да? Да. Но если ты начинаешь первый раз, она все время новая, правильно? Да. Блять! Нужно все время на одной точке. Ой, пчелка там какая-то ебливая. Так, ладно, давайте вернемся туда, ближе к дороге. Что-то не пошел я в лес. Вот, да, дорога. У дорог всегда самая дрочь должна происходить. Классная. Птичка пока не хочет ловиться. Вот это вот мы насобирали, значит. Так, это опять карта. А дело-то близится к вечеру, а нам нужен костер. А для костра, оп, что? Деревяшечки. Деревяшечки нужны. Факел мы уже можем. Так, а вот эти дебливые деревяшечки надо только топором, походу, да? Молодец. Фак, мне нужен камень. Если это камень. А вот он, ёбаный рот. Их два. Поздравляю нас, друзья. Мы, короче, стали счастливыми обладателями топора. Топора. А теперь, для того, чтобы ночью нам не охуеть, не замерзнуть, не обосраться и не умереть первую же ночь, короче, мы попробуем нарубить деревцо для нашего костра. Потому что эту херню я знаю. Да, вот это вот. Значит, как сказать, здоровье нашего топора, блядь. Вот так мы скажем. На самом деле, изнашивается здесь все, что делается. Кстати, зайца топором можно зарубить, Коня?
Можно. Конь у нас эксперт, он здесь напроходил 150 лет, собственно. 57 дней. Да, он меня и посадил на эту тему. Но я как бы не играл. И сейчас полчасика-часика проведем за этим калищем. For fun, как говорится. Так. Я думаю, надо нам кирку тоже будет заделать по бырику. Для этого тоже надо камешек достать. Пока для начала мы постараемся собрать кучу всякого дерьма, ребята. Да, вот, запомним это место, здесь можно будет наколоть камни. Отлично. Ну, соберем сейчас вот эти вот ягодки блядские, чтобы не умереть с голоду в трудные, суровые ночи. Давайте решим то, что это будет у нас Подмосковье. Значит, попал чувак. Че, тут что с ним могло случиться? Ну, наверное, он бухал. Наркоманы — пройденная тема, мы в Resident Evil ее проходили. Чувак нажрался, просыпается в Подмосковье, в лесу, короче. И думает, где я, блядь? Мобильник не работает. Ничего там, ну вот просто вот никакой связи. На голове хуй пойми что, взрыв на макаронной фабрике, или я не знаю, там это как у танцы после Борева. Вот. И он такой, блядь! Индюшатинка! Она меня убьет? Я не смогу зарубить сейчас? Конь! Ну, сможешь. Смогу? У нас одна... Гони к берегу или... Да, у нас вот одна жизнь, друзья. О, она убегает, я думал, она драться будет со мной. Нет. Ну давай, так надо обойти ее так и до берега. Я хочу тебя, индюшатина, блядь, в Подмосковье, индюшатина, блин. Вот надо было с друзьями. Во-во-во-во-во, вот это да. На, по голове. Вот это прикол, смотрите, у нас есть мясцо. Волны такие тут эпические, видим, да? Так, на костер нам хватает, ничего, не умрем, не умрем. Так, ну и чтобы, короче, как бы не быть там совсем уж... А, вот да, здесь автосохранение идет на случай... Вылетов, наверное, да? Потому что жизнь... Да. Да. А, вечером. Вечером и следующим днем. То есть сейчас мы уже готовы испугаться, короче. То, что придет темная ночь, и нас унесет с собой какой-нибудь злой бабай. Бабай. И поэтому пьем чай. Пьем чай и готовимся ко сну. Так, ну, я не знаю, я предлагаю разбить, о, кусочек курочки тут не подобрал я сразу, разбить наш лагерь около моря, ну, чтобы, если что, туда ссать ходить ночью, да, да, значит, соберем вот это все вокруг, о, мать твою, ночь, давайте. Костерок, блять. А, прикиньте, мадафака. Я не могу его развести, где он? О, фу, я уж подумал, то, что сейчас прямо и сольюсь. Прям в самом начале. Нет, у меня получилось. Вот за этой елкой прячется темнота. Наверное, очень много дров. Отлично. Ну, как рассказывают люди, игравшие в нее, выйти ночью за пределы света, это практически смертельно. Поэтому будем здесь стоять, как долбоебы с топором, и ждать. Кстати, вот у нас тут со жратвой что-то плохо, да? Поэтому прям сразу по курочке. Пожарь. Говорят, можно пожарить. Вот это да! А вот это можешь пожарить? Оп! Ох, жарко-то! Ночью в Подмосковье одному! Оп! Нормально пожарили. И вот это сожрем тоже. Хуй нам, пацанам. Так. У нас заканчивается горючее. Но мы пока не будем подбрасывать. Хотя вот эту веточку, наверное, давайте веточку бросим. Опа. Веточку. Ой, блин, да мы нарубили тут поленьев, поэтому чё нам ссать? Ова! Жги, мужик. Сейчас, наверное, на второй день мы займёмся... мы сделаем кирку и нарубим дико много себе камня. Да, для того, чтобы создавать всякую остальную тему. Вот эти
менюшки, я как понимаю, доступные нам в производстве. Вот, веточки, плюс камень, у нас еще лопатка тут, лопатка, кирка. Отлично, мы пережили день. Так, вот бэк можно собрать, рюкзачок. И ловушка, как понимаю, для зайцев тех. Так, давайте соберем вот этих вот. Они были около дороги, я помню, эти кустарники. Они везде, короче, здесь. Нам надо вот это. Да. Для бэга нам надо... А, для бэга надо всего 4. А не 17, как я подумал. Вот, отлично, у нас появился здесь рюкзачок. Он со спиной прям сразу анимационно так отображается. Прям жизнь в Подмосковье становится лучше. Так, дальше, что мы посмотрим? Мы, наверное, сделаем ловушку. It's a trap! О, морковка! Росла тут какой-то кокон. Кокон. Мне говорили, что коконы — это опасная хуйта. Поэтому со сломанным топором мы, наверное, не будем подходить. Помним то, что у нас одна жизнь, мы умираем, и все, игра заканчивается. А жизнь в Подмосковье должна продолжаться вечно. Вечно. Так, вот это, помню, можно было вырывать лопаты, по-моему. О, ловушка готова. Отлично. Где там зайцы у нас были? Где-то правее. Будем всю ночь жарить зайцев. Ну, не могу не срубить эту елочку. Потому что она мне так прям шишка. Шишка. Шишка не знаю, что делать, друзья. Можно засунуть в жопу какому-нибудь товарищу, который... Алкоголику какому-нибудь такому-то. Я скажу, нет, чувак, это мое Подмосковье, мой лес, короче. Я тут первый проснулся в говно. Так. Так, между тем уже потихонечку хочется жрать. Вот, камешек собрали, вот это мне нравится. Люблю камешки. Как раз нам на кирку. На кирку, на кирку. На кирку надо еще один камешек, камешек. Еще веточек. Вот этих что ли? Да, вот этих веточек. И вот еще один камешек было бы найти великолепно. Мы собрали кирку и пошли вот сюда. Сюда колоть все это дело. Колоть все это дело. Что-то тут много пчелок, которые хотят меня ужалить. Я прям чуть... О! Зайцы, зайцы, зайцы! Я нашел зайца! Где моя ловушка? Где мадапака моя ловушка? Вот она. Погоди, ты должна что-то положить, правильно? Чтобы заяц повелся. Или это на птичек, это на птичек! Точно! В детстве все же играли в эту хуйню. Поймай там скворца, дай ему пизды. Там потяни за веревочку. А ягодки, ягодки надо им положить. Семена. Вот так что ли? Да. Ну окей. И такие за деревом спрятались. Где же ебаные птички? А жрать-то охота. Сидим я. Мало, мало, мало. Морковка. Морковка. О, 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 смотри. Опа! Ах, блядинушка крылатая! Попалась нахуй! Так, еще, еще. Еще жатвы. Так, семян-то нету? Семян нету. А вот эта херня не пойдет? Нет. Лепестки. Питан, фроуз, снос. Так, ну ладно. Тогда нам надо найти, все-таки найти. Вот это, кстати, поселение зайцев надо обязательно запомнить, а не около камней, чтобы здесь их потом всех перебить, короче, и пережрать. Столько нор, короче, здесь прям. В общем, я хочу кирку. У меня почти сломался топор, чтобы наколоть камней и потом производить уже что-то более прикольное такое. Вот это мне нравится, да? Какашечки нужны. Для производства. Это удобрение, да, огородики. И вот тайна машина, золото там какое-то, которое будет вроде бы нам открывать новые рецепты крафтинга. Угу. Окей. Время ближется к вечеру. Не хочу я тут среди зайцев, короче. Мне кажется, эти зайцы ночью превращаются в одного большого зайца, короче. Они начинают резко все спариваться, короче, и потом этот заяц убивает тех, кто, короче, пытается найти камень в их владениях. О, вон он, камень, прямо около пауков! Это же пауки? Да. Их можно замочить днем так? Раз, топором, топором, да? Да?
Но только не с топором. Ну, в смысле, они могут убить, да? Да. Зайцы прячутся в норке, ну понятно. Так, успеем ли мы вечерком? Ну да, естественно, как настоящие мужики скрафтили вечером прям кирку и вот так вот, чтобы устать, да, перед сном. Хуя, этот вечерком надо устать, нарубить себе. Золотишко я прям вот уже нашел, смотрите, отлично. Как плодотворно рубится вообще камень. Вот мы искали его, искали, а у нас вот так дохуя теперь вот рок камни. А это что? Угу. Здесь, наверное, и заночуем, друзья мои. Заночуем дико. О, пучище, блядь! Ну да, все правильно. С каждой ночью все сложнее и сложнее должно быть. И мы должны там уже подсылаться. Поэтому надо заранее разжечь костер в этот раз. Вот. Взять в руки братский топор. И бояться. И бояться вот семена у нас. Что у нас есть вообще? У нас есть дрочная дрочь. Сраная срань. Мясо, колбаса. Ягодки, деревяшечки, морковка, шишечки, ловушечка, кирка, веточки, креветочки, камешки-хуябешки, золотишко и, в принципе, да, все. А, вот еще здесь у нас есть семена, это в баге лежит. Чувак, не спи! Не спи, а подбрасывай поленца, нет, пока не буду. Так, а жрать-то нам захотелось. Пожарим, пожарим, опять пожарим. Жаркое. Оп. Следить надо за этим индикатором. 35%. Ну, морковку еще съем. Во, кишечник, нормально. Слушайте, я же могу здесь не тратить время и прям вот... Прям ночью. А чё? А чё? Ну, блядь, подбросить сначала дровишек. В темноту-то не хочу идти. Адскую страшную. Собирать. Так, нужно нам определиться, что мы будем делать дальше. Так, факел. Наверное, можно было бы попробовать прогуляться по ночному Подмосковью с этим факелом, но пока воздержусь. Ловушка есть. Можно попробовать наловить много птиц, запастись жратвой, но это для слабаков. Поэтому надо найти, отыскать какашки. Какашки, чтобы огородить. А, или лопату. Давайте лопату реально. О, мы уже можем сделать лопату. У нас есть лопата. Возьмем его в руки сразу, потому что с лопатой сразу понятный человек. Любит трудиться. Если сейчас бабы такие, ночью такие. Хуя, это же ты! Этот чувак, легендарный парень из Подмосковья, который живет тут один в лесу. И ты такой с лопатой. Да, это я такой. И сразу, нифига себе, вот этот парень вообще отличный мужик. Он трудится. А так вот стоишь со словным топором, подумаю, что за бомж вообще, это не он, по-любому не он, поэтому подбросим еще дровишек и ждем баб. Нет, не дождались баб. Ничего страшного. Так, вот семена, сейчас сразу немножечко. О, смотри, лопаткой все выкапывается и экономится, экономится. 4% за выкупку, немножко сучата. Ладно, я думаю, надо поймать пару птиц, потому что если... Голод застанет нас врасплох. Блять, я съел это дерьмо. Надо было положить сюда. Вот. Голод застанет нас врасплох, мы сидим в жаркое и все будет нормально. Так, смотрим на карту. Мы совсем чуть-чуть изведали остров, поэтому надо, наверное, немножечко прогуляться будет. Так, птички, давайте уже. Хуйня, не страдайте. Есть ловушка. Залетайте туда. И вот что-то вот все время за живот держится. Мне не нравится это. Ну? Ладно. Можешь идти, они залетят потом. Да? Ну, и потом подойти и собрать, что ли? Да. Ну вот, профессионал какой, профессионал. Нет, ладно, все. Не получилось, значит, пойдем, мы будем голодать. Тут ягод чуть-чуть. Так. Углубляемся туда. Нет, не хочу это все выкапывать, поэтому, наверное, буду сейчас собирать просто. Правой кнопкой, да, удобнее так. Так, а если выкупить вот это? Что получится? Саженец?
свечку. Саженец так саженец. Поставим здесь ловушку, как нам это советовали. Держится парень за желудок, держится. Шишку можно съесть, но нельзя. Говорит, ты ему так, что ли? Я же так хуйню есть не буду даже в голодную зиму. Так, ловушка отключается? Отключается. Ладно, ладно. Ну все, манда. Что, блядь? Что за хуйня? Плохо положил, что ли? Ах, вы ебаны. И семян у нас не осталось. Окей. Опять здесь. Берег. Берег, что у нас по дровам, кстати? По дровам 5 штук. Ладно, еще одну ступим. А топор сломался у нас. Все. Можно новый сделать. Окей. Топор. Где он? Вот. Старый. Будет новый. Микробак. Все, сломался топор. Два камешка. Все, вы сейчас можете делать. Делаем топор. Стрельстей. Самое тупое в этом во всем, что здесь вот тупо надо выживать. А, с жратвой плохо у меня. Вот плохо. О, морковка. Опа! Нормально. Так, где-то здесь был берег, надо загнать всех зайцев, я помню. На берегу не замочить. Слушай, а что там с этими норками ты говорил, там можно их закрывать? Ну, может ловушку на них поставить, на норку. Он будет, кстати, вылезать. Будет? Да, будет вылезать и все. Ну, блядь. Зайцы, если тоже ловятся такой хуйней, то это будет вообще великолепно. Ровно, нет? Ну-ка. Ладно. Посмотрим. Получится ли. А мы туда еще и это положим. Может, туда еще и птичка прилетит. Двойная ловушка прям. Опа. Ну, what the fuck? Какого х? Не, ну, это не серьезно вообще. Во, заяц. Ну и что за херня? Гай, они прям веточку должны что ли это сбить? Прям так все серьезно? Угу. Вот это да. Так, он куда-то сюда будет. It's a trap. Ладно. Ой. Приближается ночь. Так, а лепестки можно взять? Можно. Ну как-то совсем чуть-чуть. Дают они жертвы. А, что-то тут можно было выкапывать же норы, да? Да. Вот, выкапываются норы прямо вместе с зайцами. Вот оно что. И там ловушка. Ну-ка, заяц, давай, давай. А я хочу твое мясо. Мы гоним его к берегу. Что за коня? Ага. Вечер уже, вечер. Вот просто забить зайца и переночевать. Все, что мне надо. На, мать твою, мы здесь уже были. Вот-вот-вот, мы здесь индюшатину завалили. Бля, вот это прикол. Вот это прикол, друзья. Я прям чувствую то, что это берег смертей. Собрать здесь. О, о, отлично, еще и морковка. Дернуть, короче, морковки. Морковку нельзя жарить? Можно. Можно морковку жарить? Ну сразу видно, да. Не русские ребята как бы. Придумали эту игру. Морковку, потому что русские бы курили. А почему? Потому что нет ничего. Кстати, наверняка же в этой игре должна быть постройка плановой фабрики. Так. Опа. Все. Все. Светло, все светло. Отлично. Ждем ночь. Сейчас будет ночь. Вот она ночь. Мы будем жарить. Все. Вот, отлично, отлично. Чувствую себя прям нормально сейчас. Так, кто что мне пишет? One moment. Да. Так, чувачки. А, смайт, смайт. Все хотят смайт.
Так. Чувачок, какой-то профессионал у нас, наверное, присутствует, видимо. Так, если стример считает, то советую попробовать на ночь остановиться в пустом лесу и закинуть костер 6 шишки в качестве топлива для костра. Или сажать для птиц, потом своя ловушка будет. А это для зайцев. Кстати, советую запастись едой в этой локации, так потом сюда будет опасно заходить, появятся злые кабаны или собаки. Лопата понадобится, когда кладбище найдешь. Там вещи откапывать будешь, которые больше всего дают очков для изучения рецептов. Окей, спасибо, братанчик. Если что, подсказываю еще. Так, дальше, поехали. Оп, пенек вырыли, прям такие, оп, нормально, на бодрячках. Запастись едой. Запастись едой, это хороший совет. Наверное, сейчас мы будем тогда зайцев там всех перехерачивать. Запасемся едой и уже будем заниматься всяким остальным адским калом. Так, Конь, а ты, если что, тогда почитывай, там чат, там, может, что... О, ну я сам выживаю. Хочу набить 59-й день. Окей. Так. Конь выживает у нас тоже. Эта херня тоже горит. Скучно. Эта херня тоже горит. Шишки горят. Да, шишки мне уже написали. Мне уже написали, что шишки горят. А, да, и вот смотри, ты можешь типа сажать. Можно, но не нужно. Посмотрим. Посмотрим, может быть, когда-то ему это пригодится, кто посмотрит. Ну, на самом деле, может, зайцев перехитрить. Так, зайцев. Чё, сзади заходишь и всё. Смотришь, какой заяц, в какую норку. Заходишь от норы на зайца. И убиваешь. Он на тебя начинает бежать как бы в норку, а ты путь ему перегораживаешь. Ладно, сейчас будем заниматься, короче, как раз поиском жатвы. А, ну и кусты с ягодами копай. С собой, чтобы перенести. Так, все, отлично. Отлично, отлично, отлично. Кусты с ягодами. А, сразу. Кусты с ягодами. Я вообще уже хочу здесь где-то хатку себе построить. Но лучше на другом острове. На следующем. Так. Вот он заяц побежал. Рыбный мир. Ага. Думаю, по старому принципу. Сейчас к воде его. К воде, к воде. Здесь загасим. Да, на острове смерти. Так. Ну еще пару-тройку таких кусочков мяса нам просто необходимо. Хотя можно просто ловушку вот здесь в камнях, заодно камней. А вот-вот-вот ягоды внизу вижу. Нет, после зайца. Только после зайца. Можно пауков убить. Вот, заяц. Красавчик. А визжит ты как вообще? О, мы его прям сейчас здесь зажарим на остатки костра. Костер кончился. Так, а что тут с медом у нас делается вообще? Происходит дела. Пчелок можешь загасить? Нет, ну сейчас не сможешь. Лучше с броней потом. Броней? Да. Они кучкой вылетят. Все, мы выкапываем, ходим. Так. Ну ведь скоро место закончится, надо подумать. Нормально. Так, ну что ж, чуть повыше у нас зайцы наши. Все, может цветы не собирать, выкинуть одну вон там, 40 штук хватит. Вот это что? Ну и сидит. А, так они голод не восстанавливают. Ну пофигу, сидим и все. Так, вот они наши вон, зайцы. Вон, обходи, обходи. Мы выкопаем сначала все норы. Зачем?
чтобы не было. Сзади обходи норы. Не-не-не, они ты. А. Ты их пугаешь, они бегут в нору, а ты уже у норы стоишь и ждешь. Ага. Вот этот вот, да, заяц, допустим, ок. Так, я с другой стороны обхожу. Ну да, со стороны норы. Ну вот, и что, он сейчас вылезет? Нет, ты. Вон тот дальний наверху, который. Вижу. Ты вот сейчас тыкни на него, а так. А, и он в нору поползет. Да-да-да, и ты его. Он в другую нору пополз, видел? А, ну значит, ну не угадал. Поэтому вон тот теперь, срывай, вверху папа. Вон. Обходи его. Сейчас. Да не копай норы. Все. Вот. Во. Все понятно. Ну, что-то они в разные норы залазят. Отвечу. Ну как, ну что, нет, они свои просто. Ну я понял. Куда-то далеко убежал. Я вот сейчас пробую. Оп, чуть не попал. Сейчас пчелку летит, ну вот это сейчас попробуем загасить зайца. Не, они не будут агриться, если ты убить не будешь. Да? Пчел. Да. Так. Одну даже убить можно, пока она одна. Так, ну, ешь. Вот, почему как раз здесь. Ай, мать твою! Что-то их дохуя за мной погналось-то. Ладно, только не нельзя. Беги. Беги. Да бегу. Все. Че, упустили меня? Нормально. О, я почти умер от жатвы, жрать, быстрее жрать, блядь. Пропустил то, что я голоден, случайно. Совсем. Так. Ну, если жарить на костре, больше дается? Да. Да. Тогда надо чуть-чуть потерпеть до ночи, а там пошлёп на себя. Плотненько. Морковки лучше, если что, поешь. Перекусить так, полёгко. Запастись жратвой. Ладно, еще зайцев пойду убиваю. С топора точно так же они больно убивают? Да. Какой здесь заяц? Стыдно. Оп, отлично. Хитрый зайцев перехитрить. Оп. Ах ты, куда ты побежал, парень? А у него норки нет, походу, я его убрал. Так, ну чешу дерево. Печь. Парень, что ты хочешь убить? Ставь костер в толпе деревьев. Ночью. Чтобы убить? Ну да, чтобы время не терять. О, мы можем какой-то уже крутой костер строить. А нафиг он нужен? А это потом, когда лагерь будешь делать. Он не исчезает, когда потухнет. И деревья не горят, если рядом. Уже хочу лагерь. Уже сейчас. Немедленно. Кстати, если товарищ трудится, он быстрее голодает или нет? Ну, я не знаю. Ну вот как так? Не знаешь таких вещей. Вообще. Так, ну мы уже просто шишечные магнаты какие-то. Жарим жатву. А сразу пожарим, отлично. Всем птицам назло. Ох! Люблю ночь, можно жрать. Так, ну я как понимаю, сейчас что-то как-то потемнее ночь какая-то стала. День четвертый, мы все еще в Подмосковье. Надо изведать остров. Что-то тут по-любому дальше интересное. Так. Точки. Подбрасываем дровишки. Пересаживаемся в позу нагибательскую. Вот здесь, кстати, показывается смена дня и ночи. А,
Ну давайте шишки. Фаза Луны даже. На картиночке. Да. Фаза Луны даже на картиночке. Ну как-то вот у берега можно было там, где ссать в море. Мне больше нравилось. Ну там как-то попросторнее, что ли. Так. Смотрим. О, мы уже можем построить машину для крафта. Всякого говна. Бэк. Здесь надо найти как кашечки. Опять он опять голодный. Постоянно голодный говнюк. Давай, ладно. Не ешь все мясо, все. Не хочу все мясо есть. Но оно место занимает. Нет. Если нет мяса, короче, в кармане, значит... Значит, жизнь говно. О, смотри, реально он оброс в натуре. Оброс, он становится мужиком. У него выросло... Да, как 5 дней. Круто. Вот теперь я понимаю, вот теперь мы похохочем, блядь. С бородой-то нам в Подмосковье. Так. Камешки есть? Эти есть. А, короче, прям вот пару зайцев. А, можно идти уже на следующего. Пару зайцев. Найти коров. Свиней. Это вот они будут какашки, да? Да, я да, вот да. Я слышу какой-то звук, тут непонятно. О, там, значит, сюрприз будет тебе. Какой-то звук такой. Сюрприз, говорит, будет мне. Да-да-да. Требующий тот. Ой, блядь. Что за хуйня? Пиздец! Начинается, блядь. Вот что это за пиздец, блядь? Что, блядь? Я убегу от них. Не убежать. Фу. А мне показалось, только до свиней, они... если бежать. Они такие быстрые, короче. Ну да. Они едят все, что есть. Фак. Я выжил, блядь. Крафти копье. Нет, крафти тебе копье, не отстанут. А, они там будут постоянно, что ли? Да. А, мне надо машину. Тебе нужна машина, да. Блядская хуйта. Ладно. Друзья, вот это да! Творец, блядь, просто отдыхает, блядь. Просто машина для крафта. Нихера себе! Посмотрите, дорогие друзья, сколько всего у нас здесь получилось опиздительного. Значит, все закрыто у нас. Не теряй время. Тут все закрыто. Не теряй время. Кидай вон у тебя 6 внизу выкопанных этих кустов. Погоди, как? У нас эта машина на карте, она освобождает? А, погоди, мне надо кидать что-то? Да-да-да, вон у тебя, внизу 6, как это называется, не знаю, третий справа слот. А вот это что за показатель 20? Вот это изучать, кидай все. А, все в машину кидай. Ничего себе, а это надо кустами ее кормить, да, значит? Ну да, но они просто по 20 дают, самое большое. Нифига себе. Вот оно и лучше копье. Вот теперь мы здесь. Ага, вот оно, соточка. Соточка, ну то, что тут. Вот, спи. Не-не. Чё, спи? Да-да-да. Да, все. Чин. И крафти. Вот это да! Я теперь прям Робинзон, надо фака от радости побегать вокруг машины, блядь. Не хочу всех. Шишки заодно скидай туда. Не мешается. Сейчас мы тут накрафтим. Семена, кстати, тоже можно жарить. Семена можно жарить? Я люблю там. Ну да. Давай. Ну нет, по 7 будет. Лучше этого не делать. Их копить. Так! А эту машину мы можем с собой нести куда-нибудь? Вот теперь вот я привязан вот к этому говнюку. Да она недорого. У тебя на вторую хватит. Да. Ну ладно. Камешки вон тебе надо срубить. Погоди, что у нас тут есть? Интересненько. Вот ловушка для этих птиц. Паутина какая-то. С пауков. Логично. Ну логично, да. Че, я сельским хозяйством тут буду заниматься? Да, нужно. Рубины какие. О! Вот это да! Хочу шапку. Опа!
Вот теперь я вообще мужик, просто вообще такой классный, просто вообще в шапке такой хожу, такой вообще этот вот под Подмосковье с копьем в шапке. Вот теперь я чувствую себя вообще, мать, о, вон они, блядь! Их могу убить копьем? Быстрее, быстрее! Да-да-да-да-да. Ах, суши говно! Я просто не беги, просто бей. Подожди. Мы же должны на скеле. Так, что вы тут подсобрали? Бей-бей-бей. Я убил уже. А, это мясо, оно хп у тебя тратит, но... В смысле? Но голод восстанавливает. А клычки? Клычки? Клыки там для всякой фигни. Ну понятно. Короче, жрём наше старое мясо. Но нет, это кушать. Оно немного отнимет. Это мы потом выйдем. Ночью. Цветами можно по одному хп рисать цветки. Опять что? Да, если их кушать. Во-во-во-во-во, это моя любимая дамочка. Так, обойдем ее. Ну вот, блин, реально мужик, прям реально. Вот в этой шапке я просто чувствую, вот такая только у меня ее волосы происходит. Гнать, гнать ее, гнать! К смертельному берегу! Да, вот это я, блин, о, слушай, мне не хватает места уже. Жрать тогда. О, съешь ягоды, вон у тебя они в двух слотах, один и два. Вот все тут и следишь, месяц, я даже не слежу. Мы тут на фане вообще. И палочки тоже один-один. Мы тут с ребятами на и фане. И камешки. На фане, разожжем костер, сейчас тут на берегу, будем опять ссать в океан. Куда вот он бежит? Что за бак? Так, окей. Жарить. Все жаль, что есть. Все жаль, что. Кроме семян. А что ты чё жарить-то? Вон ягодки. Вот эти что ли? А. В бэкпаке. Ну-ка. В бэкпаке две ягодки. Это я уже пожарил. А, ну все. Так. Ну ешь их сразу. Нет, сразу не хочу после мяса ягоды. Ты вот что тут? Что тут? Это тебе что, компьютерная игра, что ли? Это жизнь, сынок! Я же в шапке! Ты понимаешь? Надо относиться ко всему с фаном, иначе не будет вообще никакого кайфа. Что, я должен пройти эту игру, я должен выжить, блядь. И в конце мне напишут, молодец, пацан, нихуя. Все намного сложнее. Сейчас будем жарить мясо этих свиней, а ничего. Монстр. Вот. Ну-ка давай. О-о-о. Хорош. Ну-ка. Да, чуть-чуть восстанавливают эти листочки. Ну, все равно. О, ты мясо пожарил, что ли, монстра? Да, да. Оно хп много отнимает. Если жареное? Да. А если не жареное, 5, по-моему. А если жареное, 25. О-о-о. Ну, неважно. В итоге мы нажрём всё такое дерьмо, что ли, и восстановим чуть-чуть кофе. Ну и их для говна лучше оставить. Для говна лучше оставить? Да. Вот эту фразу я не ожидал просто. Среди ночи около берега смерти слышать в Подмосковье. Оставь это мясо... Ой, фу, блядь, эти листочки для говна. Ну оставим для говна, чё? Так. Восстановить хп быстро, чем можно? Да не нужно быстро, никто не будет пока у тебя нападать в ближайшие 5 дней. Ты посмотри мою шляпу. Ты посмотри справа, слева. Я даже спать не буду. Радоваться шляпе буду. Между тем, у нас заканчивается дерево. У нас немного камней. Так, окей, день 6. Мы все еще живы. Смотрим. Некоторый чат, что ли. Бум-бум. Так, делай лопату, бронь бери. Когда он подбежит, пытаюсь укусить, отбегая, потом сразу атакует и 4 удара спрежет до повторного укуса. Вот я тоже подумал, что что-то здесь можно сделать такое интересное. Ладно. Возвращаемся. Возвращаемся мы обратно. Крафтим себе топорик.
чуть-чуть прям рубанем так вот с утреца для разминочки деревцов. У тебя второй топор есть. А, да, точно, давай старый топор за это. Доломаем тогда прям сразу. Доломаем топор. Так, я забыл, что там мне посоветовали скрафтить. Броню, что ли, что-то такое. Да пока не надо, у тебя места нет. Она за место рюкзака одевается. Да? Да. Ну, плохо. Надо доломать топор. 3% осталось. Во, я хочу уничтожить этот кокон. Здоровый какой-то. Уничтожишь? А, этот здоровый. Ой, трудно будет. Смотри, трудно. Свиньи напали, он на эту хуйню. Ой, беги. Погоди, нет, может... смотри, как раз. Конечно, может быть. О, смотри, это подсобрать можно. Да, потом все соберешь. Одна? По-моему, они по одной не бегают. Слушай, а они коцаные вообще, эти пауки? Или нет? Нет, там как бы ты бьешь несколько раз, и каждый раз выбегают по несколько пауков, а потом как бы можешь допить уже этот кокон. То есть... Ну вот из этого будет много выбегать. Из самого маленького по 3, по-моему. А из этого много. Ладно! Вот эти вот штучки, которые надо собирать для машины. Кстати, где машина моя? Вон она. Мать вашу, что за херня? Места нет нигде. Палочки со стакой. Вот эти? Палочки, я не знаю. А как их стакать-то? А, смысле, вот так вот, да? Да. Клыки со стакой, а черный клык выкинь. А что черный клык? Вообще черный клык классный парень. Я знал его, он был хорош. Он для дротика только вроде. И еще топор здесь. Я топоров-то накрафтил, ёбаный рот, блядь. Выкинь. Рубаха парень просто. Ничего не выкинул, блядь. Все мое. Руби. Все буду трудись. Как мужик, как учил отец. Потом вот эти пеньки можно выкапывать, которые деревья создаются. Да, из них попробовал. А, ну ладно. И шестой. Из записок чувака из Подмосковья. Мне кажется, я начал видеть рядом привидений. Мне кажется, мои галлюцинации скоро будут спать со мной. Мастурбация не для мужика в этом плане, поэтому мне нужно найти какую-нибудь свинью, чтобы поиметь. Так. Отлично. Зайчик. Давай я поимею тебя. Блять. Какого ж хуя ты туда залез? А лопаты у меня уже нет. Ладно. О, сухая. Быстро не сломается. Быстро, шишечка только одна. Так, ладно, надо возвращаться к машине уже чуть-чуть. Камешки копай. Камешки. Ну. Давай, да. Как? Сделаем немножечко. А, слушай, там колда нужна, да, для всякого этого? Да. Авто. Для машины, в частности. Потом можно эти всякие инструменты делать с голды. Окей. Морковка, вот вообще неожиданный сюрприз. Пожарим ночью с пацанами. Из записок чувака из Подмосковья. Ёбаные веточки, блять, и цветочки. Как вы меня заебали. Вы каждый день. Так, кстати. Давай сюда. Я еще хочу обрасти. Что за борода? Чтобы быть более бородат. О! Это? Ничего. Это какие-то звуки. Так. Ну что мы туда засунем? Как-то мало дает.
О, это лучше не сувать этим. Топить. Топить костер. Мне это мало дает. Ну что за херня? А клыки? Жги деревья пока. Да тут что совсем мало тут, знаешь. Лучше веток этих пособирать где-нибудь. Так, кстати, сожжем. Таких веток, это эти, как кусты вот эти. Как пшеница или что. Ну да, они лучше. Лопатой копать. Да? Да, лопатой копаешь, тебе вот этот саженец выпадает, ну, он 20. Ну ладно, к вечеру успеем, по-быстрому вообще. Или не успеем. А лопаты нет, ну нифига нет лопаты, не успею скрасить. Ночь. Приближается. Херня. Чё? Ночь приближается. Приближается. Ладно. Быстрый беглый взгляд на то, что у нас есть. Кириев не рубил, блядь. Весь день рубил Кириева, короче. Херня. Оп, успели, все нормально. Возьму копье, либо ссусь. Так, блин, я съел морковку, хотел пожарить. Морковка, морковка. Семена. Двадцаточка максимально остается. Так, ну что ж. Где же всякие чучелы, которые хотят посмотреть? Как каждое полнолуние приходит. Каждое полнолуние? Ну или могут не приходить. Каждое полнолуние приходит, ну или могут не приходить. Отлично. Ну да. Отлично. О! Молот! Молот! Кстати, молот. Даже я не делал молот, у меня 62-й день. Я не делал молот. А все почему? Переведи Razer, получается. Для чего? Не знаю, честно. Что знакомое, не знаю. Прочитай описание, что он там. Бля, мы сейчас сделаем, поймем, что-то, блядь. Я прям даже в этом, как бы, в сомнениях. Здесь. Чё в сомнениях? Пойти мне, короче, с факелом в темноту или нет? Ты ходил нет. В тот раз? Ну, бессмысленно. Ну, портативный свет. Блядь! А, он, смотри, он же не сгорает сразу, да? Загорает. Сейчас а, ну если так, то нет, да. Сейчас, секунду, я смс-очку напишу. Возвращаемся мы в жизнь. Сейчас мы немножко. Посмотрим, что тут есть. О! Цепляющие дротики. Вот как раз нужен черный коготь здесь. Ни о чем они. Копье самое. Хардкорное. Хардкорное. Кислое. Да. Да. Вот, жрём мясо. Так, вообще хочу драку. Все, я понял то, что я хочу драку. Беги на следующий остров. Начала... Или пауков бей. Чего? Ну, удари кокон. Или беги на следующий остров. Сейчас. Вот я понял только то, что надо собирать эти перья для машины. Это будет очень даже неплохо. Блин, по карте же 10. Хрень. А по факту хер. Ладно. Вот этого всего нам хватит, наверное, намного изучения. Зачем же молот? Все узнаем. Постепенно, не торопи меня.
Да я сам не знаю. Ну, ты не знаешь, а я узнаю сейчас. Если меня не убьют, конечно, в ближайшее время. Так, все. У нас есть достаточное количество этих растений для того, чтобы что-то изучить. Но я пойду еще убью пару зайцев. О, я узнал для чего, мол. Молодец. А я хочу зайцев. Хочу зайцев, хочу мед. Как доставать мед? Мед? Из улья. Понятно. Ну что улюбить? А, его просто убиваешь и все? Да. Ну как, из него сначала, как из кокона, будут прилетать пчелы, стараться убить тебя. Слушай, ну нет, лучше выкапывать, потому что экономия. Ну как, я делал. Можно поставить много ловушек, бегать, а пчелы не будут залетать в ловушки. Тем самым, как бы, обезвредиваться. Животца. Изучать, изучать, будем изучать сейчас. Блин. Место опять. А, фак. Тут и такая, короче, остается. А в баге только десяточку можно, да, таскать? Чё десяточку? Нет, их всего десяточку можно таскать. Фака, фака. Ладно. Кусок мяса есть. Лучше два. Вот эта херня, она здесь растет, надо запомнить, прям просто налево. Сейчас мы тут поизучаем. Мясо. Вот же, а здесь. Так. Заряжай, заряжай. Так, у нас что-то с TeamSpeak'ом произошло. Да, у нас что-то выключается TeamSpeak, походу. Сейчас мы проверим это. Резко. Коль, ты тут? Да, у нас вылетел парняга из TeamSpeak'а. Потому что там какие-то техработы были. Внезапно. Так, кстати, зря ты думаешь, что территория острова такая маленькая. Я как-то бегал так, что еще несколько переходов не доставали. Так что территория для острова слишком очень большая. Ладно, нормально, нормально, сейчас мы изучим все. Я же говорю, я не люблю стримить игры, если что-то в них знаю. Я вот просто включаю и начинаю, поэтому как-то, чтобы было прикольно. Кто-то что-то пишет, пишет кто-то, что-то это, наверное... Где мой fucking speak? А это кофе пальто, какой пароль? Да мы тебя перетащим. Buddy was moved to your channel. Оп, у нас тут дамочка. Вести бит. Коль, ты тут? Да. Так, между тем вечер уже. Так, что ты там узнал-то по поводу молота? Стоит его настроить? Да, пока нет. Что-нибудь сейчас вот из нужного. Ого. Цветничков можно будет в тыквах фигачить. И приходить вообще по темноте дико. Так. Все, пора отправляться за какашками, я все понял. О. Это еще более крутая, да? Еще больше рецептов. Опять у нас не спит улетает. Ну, это уже понятно. Стресс, там беда у нас. Ладно. Вот, даже тут есть. Вот это да. Зачем это? Ух! Ночь, мать твою, блядь! Ух!
Я чуть не задумался. А что такое? Почему? Почему так? Так вокруг красно повеяло вдруг резко. А, потому что я не жру ни пизды. Жрать. Я-то думаю, что за красная такая.